А вы не с этой смены? С этой? Что там тут по земле? Что ты знаешь? Взрыв. Случилось. А вы же сейчас мы с вами разговариваем. Что, нашли вас? Нашли. Всего на участке, где произошел взрыв, было 39 человек. К сожалению, пока остается неизвестной судьба трех горняков, но удалось на месте взрыва обнаружить одного живого шахтера. У него травмы, он сейчас поднят на поверхность. Таким образом, из шахты вышли или выведены на поверхность 179 человек. Шесть из них получили травмы различной степени тяжести. Это ожоги и травмы. На месте сейчас находится достаточное количество сил и средств, проводятся поисково-спасательные работы.